Хранители наследия – это прежде всего люди, чья личная позиция – бороться с безучастным отношением к памятникам, истории и культуре. Премия позволяет сделать имена и достижения этих людей достоянием общественности и привлечь внимание к их инициативе. Ни одно наше дело, ни одна наша государственная программа не может быть успешной, если за ней не стоят профессиональные, заинтересованные и любящие свое дело люди. Для меня эта премия совершенно особенная, потому что она не осенена государственным каким-то знаком, покровом. Это премия, которую создали сами вы. На церемонию вручения в Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Пушкина в Изюме приехали вице-премьер, советник президента по культуре, министр культуры Московской области и, конечно же, сами номинанты. Я хотел бы прежде всего от имени исполняющего обязанности губернатора Московской области Андреевича Воробьева поприветствовать всех, кто собрался в одном из лучших наших музеев Подмосковья, я думаю, вообще одном из лучших музеев мира. Победителей выбрали в номинации «Служение», «Личность», «Возрождение», «Подвиг», «Благотворительность», «Доброходство», «Историческая память», «Созидание» и «Верность делу». Поток туристов у нас не иссякает, что он приближается к 2 миллионам, что люди уезжают, наверное, с другим взглядом. После того, что видят, вот вы видите, вот такая ухоженная усадьба, которая когда-то была запущенной. Ну вот каждый, уезжая, бесспорно несет уже свое новое отношение к памятникам культуры. Президент Государственного Владимира Суздальского музея-заповедника уже 53 года как на передовой защищает памятники и борется за сохранение архитектурной среды исторических городов Владимирской области. На премии «Хранители наследия» отметили не только архитекторов, историков и реставраторов, но и представителей церкви. Явно она не мне лично, потому что мои заслуги в охране памятников, конечно, не, может быть, ничтожны, но дана мне как представителю церкви, именно как священнику. Этим наше культурное сообщество и сообщество деятелей культуры так дало знак и подчеркнуло, что принимает то, что церковь приходит в храмы, вот, не просто как некие объекты собственности, вот, а приходит к себе. Для номинантов и гостей 5-й премии «Хранители наследия» выступили артисты Большого театра. Завершил церемонию торжественный фуршет. Рустем Агишев, Алексей Орлов, телекомпания «Одинцова».